Всем привет, и это канал Turkish People, меня зовут Андрей. Всем привет, друзья, Юсуф. Это мой папа. Мы всей нашей семьей приехали погулять в Аланию. Хотя мы живем в Анталии, но нам нужно тоже как-то куда-то ездить, развлекаться. В Анталии мы уже все знаем. В Аланию ездим не первый раз. Вы уже наверняка смотрели, если и продолжаете смотреть наши видео, вы видели, что мы были здесь зимой. Продолжается у нас тепло. Вы не думайте, что так холодно у нас в Анталии, потому что одни ходят в шортиках. И вот покажем вам, как мы одеты. Плюс 27, плюс 26 градусов у нас сейчас. В Анталии, наоборот, со следующего дня будет потепление, плюс 30. А вот в Алании нет. Потому что вечером немножко прохладно, да, мы вечером будем вернуться в машину. Мы сейчас будем гулять, все вам покажем. Канатную дорогу вы уже заметили. Вы заметили главную, мне кажется, достопримечательность Алании – это крепость. Будут очень красивые кадры с дроника. Так что продолжайте нас смотреть. Знаете, не передать словами, насколько здесь красиво, падает солнце, шикарно просто выглядит. Вот смотри, скоро закат будет. Сколько людей приходит вечером специально встретить закат. Это вот один из самых шикарных вот закатов. В Анталии такого вы не увидите. В городе Анталии солнце садится за горами. Вы только отблески. Например, в Коньялты, вот вы бы увидели там солнце. А вот здесь оно прямо падает в море. Вот еще чуть-чуть осталось. Все спешат сфотографироваться, увидеть. Супер просто. Все. Андрюшка, не расстраивайся. Ты с нами. Меня тоже, Аня, Владимир. У нас вот Юсуф еще остался. Ты как? Он гарантии забирает, как он сказал. В общем, вода очень теплая, правда, мы уже почувствовали.
Но волны часто бывают на пляже Клеопатры. Это кто отдыхал здесь, может подтвердить. Может, за 10 дней даже вот 5 дней вот такие волны. Ну, красиво! И как можно ругаться, когда вот так красиво? Вы слышите, как гудит море? Море меня догнало, у меня мокрые кроссовки. Меня догнало море, она ведь. Да! Осторожно! Мы будем осторожно! Даже когда купаемся! Вау! Просто огромные волны! Я такие же волны видела в Манавгате! Юсуфчик, осторожнее, у меня уже... Как можно купаться смотрите. Здесь, да? Море со мной поздоровалось! Как можно купаться? Вообще! Смотрите! Такое тут песок! О, я нажимал! Шикарный закат будет, это просто здесь. Про погоду, конечно, все спрашивают, есть ли смысл приезжать в ноябре уже. Потому что у нас сегодня вот 17 октября, а погода вот видите какая. В ближайшую неделю тоже будет тепло. Вечером нужна кофточка. Мы уже прихватили с собой, мы знаем, что будет прохладно. Насчет ноября скажу так, купаться можно, но когда выходишь из воды, ощущение будет прохлады. И это первых две недели ноября. Это если, как говорится, повезет. Вообще сезон в Турции обещали продлить вот прям вот летнюю концепцию аж до 10 ноября, до 10-15, в зависимости от погоды. Потому что, исходя из прогнозов, у нас где-то числа 14 ноября будет дождь, холодно, и все, и осень придет. Мы сегодня проезжали мимо отелей и видели, во всех отелях работают горки, ну, в пятизвездочных отелях, которые открыты, продолжают работать, люди отдыхают, веселятся. Но в бассейнах очень холодно, это правда. И такое ощущение, будто специально ледяную воду наливают, чтобы все ходили купаться на море. Ну, правильно, люди, вы зачем приезжаете-то сюда? На море, вот и идите на море, как говорят в отеле. Ой, смотри, закат, солнце садится. Вот оно. Время сейчас 18:12. В Алании темнее становится, закат раньше, чем в Анталии. Буквально аж на 15 минут. Казалось... Помнишь, такое же и в Фетии было? Да. Мы не ожидали. А в Фетии дольше было солнце. Мы тогда не ожидали, что оно было так высоко. Все, спряталось. Все. Ну все, солнышко, пока-пока. До встречи в новый день. И люди начинают уже уходить. Как ритуал. Ритуал прийти на море. Все, пора домой. Пора в кафешке все идут. Мы немножко погуляем, конечно. Мы тоже приехали сюда поужинать. Вообще прогуляться. У нас теперь мало свободного времени. Ну, из-за школы, я это говорю из видео в видео, что из-за школы мы вынуждены сменить график нашей жизни. В прошлом году у нас график был очень-очень расслабленный, когда было дистанционное обучение. Пока у нас все в порядке. Насчет, ведут ли у нас дистант, пока вообще разговоров нет, все в порядке. Я знаю, что серьезные у нас разговоры про это в России. Я вот общалась с подругами, живущими в Москве, они в ужасе страшном. Говорят, если опять ведут дистант, что же мы будем делать? Опять эти проблемы, дети одни дома, мы на работе, никто их не контролирует, по сути дела, и учебы вот, ноль. Очень сложно учиться на дистанте, ну... У меня спрашивают, как же вы учитесь теперь? Я могу сказать, теперь как раньше. Вот у меня много знаний теперь в голове. Очень много учебы он. Даже вчера ходил в субботу на учебу. В субботу у них тоже есть занятия, но они не обязательны к посещению, но они есть. То есть кто ходит больше, больше, в принципе, узнает. Посмотри, еще вот телеферик работает, кабинки едут наверх. В крепость мы не пошли сегодня, мы в крепости там были, мы ее... тщательно отсняли каждый уголок, когда были в прошлом году. Мы были здесь в конце ноября на мой день рождения. Тогда было прохладно, особо было не погулять. А сегодня мы решили, что мы будем гулять, дышать, наслаждаться воздухом. Конец сезона, по сути дела, вот уже недалеко.
Но в Турции, в Анталии, в Алании по-прежнему будет хорошо и зимой. А вот знаете, вот меня тут еще всегда спрашивают вопрос, вот не могу не удержаться, вот скажу. Когда спрашивают вопрос большими буквами, какая погода в Турции? У меня это вводит в ступор. Во-первых, Турция очень большая, погода разная. У нас есть город Карс, в котором уже выпал снег. И там снега полметра. Поэтому Турция это разная. Ну, уточняйте, какая погода в Анталии? Или хотя бы какая погода в Алании? Кстати, Алания это находится у нас в провинции Анталия. Она подчиняется нашему большому городу. У нас и город Анталия, и провинция Анталия. Это вот все. Еще спрашивают уже про Мармарис. Да, мы были в Мармарисе. Сразу говорю, там попрохладнее, чем здесь. Даже летом было. Даже летом там вода не прогревается больше 25 градусов. В общем, там вода такая была летом, как вот у нас сейчас вот здесь осенью. Потому что ближе к Эгейскому побережью. Но Мармарис не считается Эгейским морем. Люди еще не уходят. Вот когда шикарно. А вот вечером здесь включается подсветка. И замок вот этот Алания Колеси как будто парит в воздухе. Крем. Ну и узнаваемые котики в этом парке. В этом парке тоже, кто бывал в Алании, точно 100% гулял. Котиков здесь видели много. Очень здорово, когда есть возможность погулять всей семьей. В Анталии мы действительно знаем все-все-все. Вот для разнообразия. Иногда ездим куда-нибудь. Очень хорошо, когда есть машина. Это вообще несравнимо ни с чем. Я вот неоднократно говорила, если вы переезжаете в Турцию, в Анталию, ну, попробуйте купить даже квартиру подальше от моря, но квартира плюс машина, тогда вы будете абсолютно свободны. Потому что просто ходить пешком на море каждый день в одно и то же место, оно надоедает. Вау. Здесь так здорово, кабинки над головой пролетают. Мне кажется, поэтому любят Аланию. И цветочки все зеленые, желтенькие, красненькие. Вот такие красивые, сочные фотографии получаются. Да, Аланию красиво сделали. Тоже вот город 357 тысяч жителей. Это официальные данные. Конечно, меньше, чем Анталия. Здравствуйте! Привет, привет! Майк Лошвайзер! 2 недели назад мы расписались в Турции. Да. Супер хорошо! У нас самолет опоздал. Turkish Airlines компания. Ну, самолет опоздал, и нам поменяли билеты бесплатно. Супер! Так хорошо! Бесплатный билет получил? Получил, да. Какой хороший народ, а? Да! Как вам в Алании? Супер! Супер! Мы так любим! Мы смотрим все ваши видео! Да, я Пальцеру тоже покажу видео! Ютуб, блогер! Да! Пальцеру из Германии! Я из Германии! Я немец! Меня зовут Пальцер! Очень приятно познакомиться! Да! Я учу русский язык! Ваша жена очень красивая! Так смотрит на красивую! Я учу русский язык! Я думаю, говорю плохо! Да, но я учу, лучше, да? Лучше говоришь, чем мне. Хорошо, да? Меня зовут Пальта. Я живу в Швангау, недалеко в Мюнхен. А, много турок есть, да, туда? Да, много. Да. Там работают. Там мы здесь познакомились уже. Нет, прошлую зиму мы с ним встречались. Они действительно очень много русских, очень много... Супер! Ну, неправильно, но мало вдруг. Мы очень рады вас видеть. Мы, значит, счастья молодым, здоровья вам, долгих лет совместных. Прекрасная жена! Такой любовь я не видел, а? Здорово! У нас прям встреча подписчиков. Здравствуйте! Вы к нам видео попали. Получилось видео. Мы только вышли на пляж. А кто у нас тут пришел на детскую площадку? Прямо с видом на море. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас
узнали? Мы вас узнали, да. Что делаете? Смотри, это надо качаться, это надо, вот видишь, за вот эти вот ручки брать, хопа. А меня ты сейчас поднимаешь. Еще детская площадка. Но от вас не спрячешься никуда. Вау, трехочковый. Там дальше находится кофейня Starbucks, оттуда очень много идет людей и очень много различных других кофейн. Еще одна детская площадка прямо на набережной. Вот видите, темнеет очень быстро. Сейчас будет азан, и прямо сразу потемнеет все. Азан — это призыв на молитву. Смотрите, шикарные квартиры пустуют. Хотя мебель выставлена. Тут очень много апарт-отелей на разных линиях от моря. Вот, например, вот здесь мы были в отеле. Он был четырехзвездочный. Мы приезжали на мамин день рождения. Классный отель. Правда, еда не очень была. Потому что все-таки городской отель. Там был включен только завтрак. Привет, котик. Здесь фонтаны работают круглогодично. Шикарное место. Вот Алания — идеальное место для прогулок, именно центр города. Ой, посмотрите, я только сейчас заметил квартиры, которые построены на горе. Они с видом на канатную дорогу, которая тоже подсвечивается, вот видите, кабинки. И на море, конечно. Они встречают лучшие закаты каждый день. А я вот думаю, вот каждый день, если будешь встречать такие закаты прекрасные, ты, наверное, быстро привыкнешь к этому. Вот присели, смотрим налево, смотрим направо, все равно вроде бы отдыхаем, а все равно смотрим за детьми. Вспоминал молодых время, когда молодой был. Я еще молодой, но... Еще моложе, скажи. Еще моложе время вспоминал. Вот так сидел. Поминал, которые, когда будет жена, дети, туда-сюда. Вот жена, вот дети. Что получил? Что? Заботы. Что получил? Сейчас море смотрю, так. И тогда смотрел на море, и сейчас смотришь на море. Только теперь смотришь, вот, видишь, те двое там. Один ушел туда, и каждый думаешь, где же они пропали, чтобы ничего не случилось. Время очень быстро, очень быстро. Вчера был ребенок, сейчас 40 лет. Волосы не осталось, смотрите. Есть еще. У меня тут подписчики спрашивали. И оказывается, у нас в Анталии пересадку волос делают и вообще нахваливают. Со, ешь мои жизни, со, мои волосы, ешь. Не-не-не, там найдется, не переживай. А, потом купим тебе новые. Ну как, новые зубы, новые волосы. И опять еще 40 лет живи дальше. Дай бог. Посмотрим, что будет дальше. Вечером прохолодно, друзья. Такое не супер, не купер. Прохолодно. Алло, Вигейтс. Радуемся, что мы кофты взяли, потому что холодно становится реально. Мне говорят, а что сейчас ехать, такой же пляжный сезон, как летом? Я говорю, нет, совсем не так. Днем еще тепло, солнышко светит, а вечером и утром будьте добры одеться потеплее, а вечером вообще прохладно. Очень много студентов я вижу, очень много студентов, которые странцы, не иностранцы, очень много студентов. Всех одно пиво, рука, сидит на море. Кому любил, кому любить будет, туда-сюда разговор. Слушай, мне кажется, в Алании больше мы так студентов видим. Да. Удивительно, у нас университет в Анталии, а студентов много здесь. Ну, это просто а молодежь. А кто мешает сюда приехать на автобусе, а? Кто им мешает? И правильно, здесь же никто не знает, а там вдруг поймают и репутация испортится. Да, конечно.
Давайте потихоньку поедем, у нас еще 125 километров надо идти. В обратную сторону, и уже темно. Темнеет рано, я вам сказала, закат был 18 часов 12 минут. Вот уже включили подсветку. Очень сказочно выглядит это место. Мы подходим к канатной дороге в Алании. Вот здесь, возле кафе, нетрудно найти. Такая вот очередь, чтобы подняться вечером. А вот и цены. Это в одну сторону 22 лиры детский, в одну сторону 32 лиры взрослые. В две стороны детский 26 лир, в две стороны 39 лир взрослые. Открывается в 9:30 и закрывается аж в 23 часа. Вообще круто. У нас в Анталии закрывается гораздо раньше. А это одно из развлечений города. Ну вот мы уже погуляли, потемнело. Спасибо, что вы досмотрели наше видео до конца. Из-за того, что завтра учеба, мы не остаемся нигде здесь в отеле. Так бы хорошенько погуляли и завтра бы поехали. Но нет. Завтра учеба, да? Да. Как здорово. Семья мы гулять, конечно. Пока дети маленькие, гулять часто надо. Потом поминать друзья. Папа, мама пока живы. Вот. Всем спасибо большое, друзья. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Не забывайте с моим канал подписывайтесь. Папа Юсуф канал называется, друзья. На папином канале снимаемся иногда и мы. Да. У меня есть очень много интересных видео, друзья. Всем спасибо большое. Увидимся. Пока. Пока. До встречи в новых видео. Ставь колокольчик. Подписку. И лайк.